Итак, добрый вечер, коллеги, еще раз. Всех рад приветствовать на нашем вебинаре, который будет проводить для вас Александр Элдер. Я буду ему помогать в технических вопросах. И также вот интересно, у нас участников все больше и больше. Сейчас во всех странах, во многих странах ситуация, связанная с коронавирусом, очень, скажем так, всеобъемлюще, да, на текущий момент. Ну вот напишите, пожалуйста, чтобы мы понимали, какие у нас участники, из каких стран, из каких городов присутствуют. Как обычно, мы это проводим такой пробу пера, да, чтобы все познакомились с чатом, как задавать вопросы, потому что я думаю, что вопросов сегодня Александру будет много, да, в связи с текущей ситуацией и с тем, насколько ведут себя рынки. Ну а перед тем, как мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, финансовым инструментом, она всегда связана с большим риском. И вся та информация, которая будет даваться в рамках этого вебинара, не должна вами восприниматься как прямая рекомендация к действию, а проводится и дается только в целях вашего ознакомления и обучения. Несколько слов также скажу о компании Admiral Markets. Admiral Markets является брокером. Мы предоставляем услуги как на валютном рынке, так и на рынке фондов. Как торговля с кредитным плечом, это CFD-контракты, так и классическое инвестирование в акции различных стран, как Америки, Европы, ну и многих других. Компания существует уже более 19 лет. Мы оказываем услуги для наших клиентов. Огромный перечень. Сейчас вы видите большое количество информации на своем слайде, но, наверное, то, что сейчас более актуально, и то, чему мы уделяли всегда крайне большое внимание, это именно обучение. И сейчас формат также дистанционного удаленного обучения, он становится все более востребован и все более необходим. Поэтому мы очень рады, что у нас есть возможность встречаться раз в месяц с Александром Элдером. Если вы уже присутствуете на одном вебинаре, то, соответственно, вы зарегистрированы и на все последующие. Поэтому вам также придет уведомление о следующем вебинаре, который пройдет в апреле. Ну и также рекомендую подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы вы смогли как раз смотреть записи видео, если в какой-то момент вы не смогли посмотреть записи, потому что плюс онлайн-встречи, да, вот именно в эфире, то, что вы можете задать действительно ваш вопрос Александру. Ну, а для тех, кто будет нас смотреть в записи, ваш вопрос оставляйте в комментариях к этому видео на YouTube-канале, и мы как раз следующие вопросы я уже передам Александру, чтобы была возможность разобрать их уже на следующем вебинаре. Ну, а я готов передать слово Александру. Надеюсь, что у нас с линией все в порядке. По крайней мере, мы сейчас мы проверим, что все видно и все слышно. Сейчас также я проверю чат. Угу. Роман, да, Александр, я вас слышу прекрасно. Отлично. Тогда скажите, у вас сейчас появился платформа? Видите ли вы графики? Да, я вижу платформу, а справа в уголке я вижу вас и график S&P. Угу. Прекрасно. Да, себя я тогда отключу, чтобы не давать лишнюю нагрузку от видео. Хотите отключить меня тоже, потому что сейчас попробую это сделать. Вот я, к сожалению, не могу вам отключить. В левом нижнем углу у вас есть такой значок камеры. Вот если вы на него нажмете, то у вас как раз видео отключится. Там вот есть... Так, вот сейчас немножко звук у нас пропадает. Пожалуйста, коллеги, поставьте, пожалуйста, в плюсик в чат, если вы нас хорошо слышите. Александра не слышно. Сейчас один момент.
Видимо, Александр переподключается, ну, дадим ему возможность зайти. Тогда не будем включать видео, чтобы мы смогли все-таки обсудить важные вопросы. И сейчас я возвращаю тогда, ждем переподключения Александра. И я сейчас возвращаю уже MetaTrader. Угу. Ну, видимо, действительно проблемы с интернетом, так как было подключение в этот... Сначала тоже интернет пропал на какое-то время. Сейчас попрошу всех тогда немножко набраться терпения, и я думаю, что все у нас получится. Сейчас ждем тогда подключения Александра. Ну и тем более, я думаю, что как раз для многих будет интересно задать те вопросы, которые появляются с точки зрения текущей ситуации, потому что очень интересно, да, вот момент фондового рынка, да, связанный с коронавирусом. Но вот я сейчас думаю, что мы, как Александр сможет подключиться, мы все эти вопросы тоже обсудим. Ну и также вы ваши вопросы уже ближе к концу сможете написать в чат, и те вопросы, которые успеем, мы их обязательно обсудим. Вот задают вопросы в чате, но пока, пользуясь случаем, пока Александр подключается, в Admiral Markets предоставляется как и CFD на акции, то есть на CFD, ну, аналог фьючерсов, можно торговать с кредитным плечом, и можно как открывать сделки на шорт и на бай. Кстати, сейчас у нас до 30 марта нет комиссии на открытие сделок. То есть, ну, вот в этот период у нас сейчас проходит такая кампания. И также есть счет MT5 Invest, на котором вы можете покупать акции без плеча. То есть это уже не CFD, это обычные акции, то есть там нет свопов. Вы их покупали, есть комиссия на открытие, соответственно, и на закрытие. То есть, ну, это вот стандартная покупка акций уже непосредственно на долгосрок. Угу. Так, вот вижу, что Александр, да, подключается. Сейчас пока ожидаем подключения. Ну, я вижу, что у нас из огромного количества городов, из огромного количества стран присутствуют участники. Мы будем надеяться, что и установить мост с Соединенными Штатами Америки нам тоже удастся. И все вопросы мы сможем обсудить. Алло, Роман, я сейчас увидел экран. Вы меня слышите? Да, Александр, я вас слышу. Вы знаете, я сейчас все отключил, что мне было на компьютере, Bluetooth, все отключил, и вроде сейчас сразу стало лучше. Угу. Отлично, тогда. Тогда, в принципе, вот видео тоже можете отключить в левом нижнем углу. Там написано выключить вид. Выключил видео. Да, все отлично, чтобы дополнительно. Не... Одну секунду, я только еще почту выключу. Mail, quit mail. Окей. All right. Вижу ваш экран. Мы на линии сейчас, да? Да. Все. Вы знаете, хочу извиниться перед нашими участниками и поделиться новостью, правда, не на сегодня, а на лето. Я живу в Вермонте, в горах. Есть квартира в Манхэттене, в Нью-Йорке, на этом бываю редко, а сейчас с этим, с вирусом, конечно, туда даже носа не сую. В горах очень средненький интернет. А сейчас, поскольку все сидят по домам, то интернет перегружен. И улучшение не предвидится. И нам с женой вся эта ситуация с местным интернетом очень надоела. И мы только что купили дом, внесли задаток в соседнем штате, где у нас будет интернет со скоростью 1 гигабайта. Так что я просто жду, летом будем переезжать.
Но до лета нам придется дотерпеть. Так что спасибо, спасибо вам за терпение. Роман, вы хотите сказать несколько слов или вы уже сказали, и мне приступать? Вы можете приступать, да, то есть сейчас, наверное, как раз в то время, которое у нас есть, было бы интересно как раз обсудить текущую ситуацию, да, то есть вы сейчас живете в Америке и, в принципе, может быть, расскажете там про положение дел, которое там, про фондовый рынок, то есть сейчас это вот крайне интересно все. Да. И я бы еще, что я еще бы хотел сделать вкратце, показать одну страничку из интернета, на которой я разместил свое исследование относительно своего любимого индикатора, индикатора новых вершин, новых низов. Давайте я начну с вашего графика, а потом я прошу вас переключиться на эту страничку, или я переключусь на нее, мы покажем ее. Давайте посмотрим на недельный график. Если вы можете сделать, поставьте недельный график во всю страницу, то есть левосторонний график, да, в правом верхнем углу, там квадратик, если вы нажмете, он, наверное, во всю страницу будет. В левой стороне экрана, где недельный график, S&P Weekly. Вот сюда, на этот квадратик, если вы кликнете. MetaTrader вот немножко по-другому сейчас. Ну, тем не менее. И если вы могли бы немножко уплотнить этот рынок, этот график, он сейчас начинается с марта 2017 года. Я бы хотел, чтобы он начинался с самого начала 2016. Вы можете это сделать? Или нет. Если нет, то нет. Ну, вот сейчас нет, получается нет. С... Нет, это никак совсем. Он все равно начинается с марта 17-го. Я бы хотел, чтобы график начинался, нет, 13, скажем, с января. 13-й год стоит в левом углу. Да, но я этого не вижу. Я вижу, внизу написано 12 марта 17-го года. Нет? Нет, должно быть. Да, уважаемые участники, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы тоже видите с графика S&P 500 с 2013 года. Просто проверим. Окей. Да, вот все пишут плюсики. Один я отсталый такой. Но я по памяти скажу, что я хотел сказать. Хорошо, я попробую воспроизвести. Когда мы смотрим на недельные графики любого рынка, будь то Россия, будь то Германия, будь то Англия, будь то Япония, или в данном случае Америка, то я задаю себе всегда два вопроса. Вот, прекрасно, сейчас все видно, да? Сейчас он начинается с 2013 года, да? Я себе задаю два вопроса. Я сравниваю то, что происходит на рынке сейчас, с тем, что было на Рождество 2018 года, это вот почти в самом центре, да, на Рождество 2018 года, вот здесь вот где-то, вот где вот глубокий такой выпад вниз, да, и еще это сравниваю с началом, самым началом этого бычьего рынка в Америке, это январь-февраль 2016 года. Вот это вот для меня два ключевых момента. Вот это донышко и донышко декабря 2018 года. И глядя на рынок любой страны, я сразу задаю себе вопрос, где находится рынок сегодня по отношению вот к этим двум низшим точкам. Американский рынок очень силен. Он временно выбил низ 2018 года и тут же отскочил. Он уже сейчас торгуется гораздо выше этого. А что касается низа 16-го года, то его там и близко не было в этот раз. С другой стороны, если вы посмотрите, допустим, на рынок Англии, то он утонул ниже этих обоих низов. Поэтому, когда вы думаете, на каком рынке лучше торговать, или даже какие акции лучше выбирать на этом рынке, вот этот график, с которого стоит начать. Сравниваем все с низами 16-го года и 18-го года. И, естественно, ищем игру в кавычках, игру там, где рынки самые сильные, которые меньше всего пострадали от этого суперскоростного медвежьего рынка.
Что произошло со времени нашего предыдущего вебинара? Самый сверхскоростной медвежий рынок в истории. Такого быстрого медвежьего рынка в Америке не было. Рынок нанес урона за месяц, сколько он, что раньше у него потребовало бы большую часть года. И теперь естественный вопрос. Начало ли это какого-то крупного колоссального краха, или мы уже прошли значительную часть этого медвежьего рынка, а может быть, мы даже увидели его донышко. Вот это, вот сказать, как говорится в Америке, вопрос на 64 тысячи долларов. И я хочу сегодня ответить на этот вопрос и потом посмотреть на те акции, которые вы, о которых вы меня спросили по имейлу, и ответить на ваши вопросы. Для того, чтобы решить, что это за рынок, ну, то есть это начало краха, или мы уже как бы посреди или даже в конце этого быстрого медвежьего рынка и готовы подниматься опять. Я хочу показать вам свой самый любимый, свой самый сильный индикатор. Этот индикатор, который молчит большую часть времени, но я недавно провел исследование, проверил его историю за последние 37 лет. За 37 лет он выдал 22 сигнала, то есть сигналы поступают не каждый год. Один сигнал поступил вчера. И, Роман, чтобы показать это, я бы хотел... Я могу взять на себя контроль над экраном и показать... Я хочу выйти на Spike Trade, потому что это на Spike Trade размещено это исследование. Да, вы можете, у вас вот вправо, внизу... Share screen. Да, нажимайте. Share screen. И здесь я могу показать... Вот. Календарь, Safari... Где же этот график у меня? Ну, окей. Начнем с Safari и пойдем оттуда танцевать. Share. И здесь я возьму этот график. И... Правда, видна только узкая полоска почему-то. Это, видимо, просто медленно происходит, потому что она началась с узкой полоски, а сейчас я вижу все-все-все. Вот сейчас, вы знаете, что я что-то другое даже вам покажу, это будет еще лучше. Одну секунду. Идем сюда, и вот этот график. Так, возвращаемся обратно. Я иду на... Вы знаете, хочу извиниться за все эти долгие поиски. Естественно, мы продолжим этот вебинар. Мы его закончим не в 7 часов, а закончим, когда закончим. То есть я не хочу, чтобы кто-то получил меньше времени, чем они рассчитывали. Роман, как мне... Я не вижу этого... Вам нужно... Вот наверху. Значит, старт видео. Я... Окей, стоп, new share, я иду в эту программу, где-то она была, Snagit, окей, вот, сейчас вы видите график? Вот тоже отображается только узкая полоска, может быть, вы выберете просто первый экран, самый левый, который будет вам предлагать для демонстрации, на него перенести, если у вас два монитора. Просто здесь мы видим только вот буквально 2 сантиметра вашего экрана почему-то, я вот не знаю почему. Если я это дело освежу, сейчас... Нет, вот не отображается полностью. То есть вот только часть, вот, где есть favorites, arrow, text, и буквально вот несколько... буквально 1 сантиметр ниже, и все, то есть очень узкая полоска. А попробуйте, может быть, тогда остановить, выбрать не программу, а просто окно. Например, там окно 1 или окно 2. Да, окно. Так, значит, сделал. И, значит, stop share я нажимаю. Да, stop share. И еще раз. Я,
Zoom. Демонстрация, получается, экран 1 или экран 2? Вот если у вас зависит. Я стараюсь с одним... У меня рядом второй экран, но я стараюсь работать только на одно в данный момент. Mm. Экран 1, и я вижу эту узкую полоску. Нажимаю сюда, и вот сейчас у меня вышел целый экран, график на целый экран. Вот мы видим почему-то только узкую полоску. Одну секундочку. Пят? I want to show them the screen. Come on, there is no camera. I want to show them the screen, but they only see some kind of little line instead. Stop share. Share screen. And here is the snagget. Okay, maybe now. Сейчас вы видите это? Вот, да, все отлично. Теперь мы видим все. Да, все здорово. Давние истории. Это 87-й год, когда на рынке был сильный крах. Dow упал на 25% за 2 дня. Была, конечно, жуткая паника. И что мы видим здесь? Значит, наверху график, недельный график Standard & Poor 500. А в нижней части графика индекс, который отслеживает соотношение новых высот и новых низов. Новые высоты – это акции, которые достигли самого высокого уровня за год сегодня. То есть это лидеры по силе. А новые низы – это акции, которые достигли самого низкого уровня за год сегодня. То есть это лидеры по слабости. Я каждый день высчитываю, значит, номер новых верхов, новых низов, отнимаю низы от верхов, и получается номер. То есть когда это бычий рынок, то, естественно, это положительная цифра. Когда это медвежий рынок, то цифра негативная. И вот... чем новых верхов. То есть очень сильно лидировали медведи. И, Александр, прошу прощения, видимо, отключилась демонстрация. Включите, пожалуйста, еще раз. Окей, сейчас видно? Пока еще нет. Так, нужно также сделать еще раз, видимо, демонстрацию и включить, потому что пропал. Так, где это? Zoom. Share screen. Вот так вот. Сейчас видно? Так, сейчас загружается. Да, все. Угу. Вот. Значит, что я хочу сказать? Что когда этот индикатор новых верхов, новых низов опускается ниже 4000, ниже 4000, это значит, в течение 5 дней на рынке должно быть на 800 больше новых низов, чем новых верхов. То есть должна быть жесткая паника. Это очень необычное явление, которое случается только раз в несколько лет. Рынок опускается ниже 4000, когда он поднимается выше 4000, он подает сигнал о том, что дно пройдено, и начнется либо бычий рынок, либо очень сильное ралли. Мы видим еще один сигнал такой в 90-м году. Видите, когда коррекция бычьего рынка, индекс новых высот, новых низов опускается ниже 4000, взлетает, тестирует этот уровень, и начинается новая стадия бычьего рынка. Теперь я хочу вам показать, что происходит на рынке сегодня. Мы этот сигнал, кстати, получили вчера. Одну секунду, я выйду на эту страницу. После этого, Арман, будем работать только с вашим экраном, потому что я смотрю, что это очень... Все сидят по домам сегодня, и все на интернете. Вирус нам ест линию. Надеюсь, что у вас там спокойно и в порядке.
Роман, значит, давайте перейдем, я на словах лучше скажу, потому что мы будем долго еще ждать. Давайте переходим на ваш экран. Я просто скажу, что произошло. Рынок, возвращаемся к графику S&P. Остановите тогда, пожалуйста, демонстрацию, чтобы я смог запустить. Stop share, конечно. Окей. Запустить. Я уж просто не дождусь переехать в соседний штат, в Нью-Хэмпшир, где у нас куплен дом, где будет суперскоростной интернет со всеми другими прибамбасами. Я не вижу вашего экрана еще. Видимо, загружается. Вот, коллеги, okay. Пожалуйста, напишите в чат, поставьте плюсик, если у вас появился график S&P. Окей, я вижу теперь его. Окей. Значит, что происходит у правого края? У правого края индекс новых высот, новых низов, которые мы, к сожалению, не видим на этом графике, он упал не просто ниже 4000, он упал ниже 8000, почти до 11. И мое исследование этого индикатора за последние 37 лет показало, что если этот индикатор падает ниже 8000, а он упал до 11, то когда он поднимается опять выше вот этого пограничного уровня минус 4000, то начинается очень сильное ралли, которое длится примерно 4 недели. После этого рынок тестирует последнее дно, иногда немножко ниже, иногда немножко выше. И вот после этого теста начинается настоящий бычий рынок. То, что происходит у правого края. Вы слышите меня, Роман? Может, да, да, да. Изображение пропало у меня почему-то. Вернулось. То, что происходит у правого края. Значит, рынок достиг колоссального перепроданного уровня. И сейчас идет ралли, которое просто снимает напряжение с рынка. Это ралли если все пойдет по шаблону, она продлится где-то в течение 3-4 недель. После этого займет пару месяцев опуститься до уровня вот этого последнего донышка, до мартовского донышка, тестировать это донышко. И вот тут надо будет ждать нового сигнала этого индекса, new high, new low, новых высот, новых низов. И вот тут надо будет действительно грузиться акциями, загружаться, держать их долго. Пример из не столь отдаленного прошлого. Этот сигнал, вот такое двойное дно, был в марте 2009 года, когда, значит, закончился этот тяжелый медвежий рынок 2008 года. Я помню, я покупал General Electric по $6. А потом, значит, продавал по 7 или по 8. General Electric дошла до 20. То есть продал слишком рано. Когда сейчас появится такое двойное дно, я четко собираюсь загрузиться и держать. А пока что вот в данной ситуации я играю на повышение. У меня есть фьючерс, у меня есть акции, я играю на повышение. Но, как говорится, палец на курке. Эта ралли очень сильная, она только что началась на этой неделе, должна продлиться, должна. Никто ничего никому не должен, но, скорее всего, она продлится несколько недель, и надо будет соскакивать. Вот такой стратегический взгляд. Очень колоссально необычно, чтобы медвежий рынок закончился дном «V». «V» по-английски. «V», знаете, как такая фигура из двух палочек. «V» – это очень необычная концовка медвежьего рынка. Обычно медвежьи рынки качаются фигурой «W». Не знаю, как она по-русски называется, но как бы двойная «V». Вот такой общий взгляд на рынки. Роман, теперь передаю, так сказать, микрофон вам. Если есть какие-то вопросы, что-то вы хотите посмотреть,
у меня в руке страницы с вопросами, которые пришли от наших участников. Угу. Ну, вот, наверное, задам вопрос по поводу коронавируса. Что вы об этом думаете? Какое ваше мнение на влияние в целом на экономику? То есть, да, Китай уже начал восстанавливаться, но, тем не менее, определенные последствия есть. То есть, как вы можете соотнести это, например? Было бы интересно услышать. То, что происходит... Раз вы спросили про коронавирус, во-первых, это подарок миру от китайской компартии. Вирус, который врачи определили, что идет этот вирус, уже в декабре. А 14 января они все еще скармливали информацию, что нет трансмиссии от человека к человеку. То есть они врали, сидели на информации и врали. В результате пострадали сами и нас всех подставили, подставили весь мир. Ну, это, сказать, это дела давно минувших дней. Я знаю, сказать, знаю наши власти, они, конечно, этого дела так не спустят. В Китае ничего на самом деле не прошло. Во-первых, информация, которая поступает от них, искажена. Масса вранья. Они начали... Значит, китайский рынок сейчас самый сильный в мире. Он самый сильный в мире потому, что когда, значит, начался этот кризис, они закрыли рынок на неделю, а когда рынок открыли, то всем брокерским фирмам запретили продавать. И, естественно, запретили играть на понижение. И приказали покупать. Если вы хотите оставаться брокерами, то покупайте. То есть этот рынок, так сказать, раздутый сверху. Хотя он очень сильный в данный момент, самый сильный рынок в мире. Они устроили шоу в Китае, в коммунистическом Китае, что, значит, все в порядке, значит, они решили эту проблему, а в сегодняшних новостях уже, что опять закрываются фабрики, потому что, оказывается, не все решено, и они открыли слишком рано, и много новых случаев, т.д., т.д., т.д. То есть я колоссальный скептик того, что поступает из той замечательной страны. Причем я большой любитель китайской культуры, я ни в коем случае не расист, и я вырос окруженный китайской культурой, бабушка была, и бабушка, и мама были специалистами по акупунктуре, бабушка в Китае жила много лет. Вот, но то, что происходит в мире сейчас, то, что происходит в мире сейчас с этим коронавирусом, это беспрецедентно, в последний раз что-то похожее, было в конце Первой мировой войны, вот была эта испанка, от которой умерли 50 миллионов человек, больше, чем от самой войны. Сейчас смертность гораздо-гораздо ниже. Смертность где-то бежит на уровне 5% госпитализированных людей. А госпитализированных, собственно, даже не так много, потому что госпитализируют только с тяжелыми состояниями. Для молодых людей это малоопасное явление, это как, в принципе, это как грипп, легкий грипп, тяжелый грипп. И то, что умерло несколько тысяч человек в мире, это конечно, колоссально печально, всегда печально, но это опасная болезнь, а, для стариков, и, б, для людей с болезнями. Например, у меня есть очень хорошая приятельница, профессор университета, ей 75 лет, значит, возраст, и плюс к тому она курила всю жизнь, только бросила лет 10 назад, и вечно ходит к пульмонологам, у нее с легкими проблемы. Вот она трясется и правильно, значит, изолируется в квартире. А для более молодых людей это, я думаю, что это не сильное опасное явление. В Америке каждый год умирают где-то порядка, не знаю, 10-20 тысяч человек от гриппа умирают. А здесь, значит, умерли сейчас несколько сот человек от этого коронавируса, и вся экономика стоит. И не только у нас, но и во всем мире. Совершенно небывалое явление, и трудно сказать, как это дело кончится. Продлится, наверное, еще несколько месяцев, пока, значит, заболевают. Должны переболеть примерно 50% населения, чтобы возник естественный иммунитет. Когда болезнь приходит в население без иммунитета, получаются жесточайшие вспышки. Это как вот когда конквистадоры, испанцы, прибыли в Южную Америку, они принесли с собой болезнь, типа ветрянку, корь,
которые европейцам уже были привычны. Они приехали в Южную Америку с ней, и вымерло 90% местного населения. Просто от болезней. Но это, естественно, это было несколько столетий тому назад. Но я просто к тому, к примеру, что когда вирус попадает в население без опыта этого вируса, очень высокая заболеваемость. После того, как 50% людей переболели, это становится как бы обыкновенной болезнью. Кто-то заболевает, почти все выздоравливают. Так что держитесь, не бойтесь, не тряситесь, соблюдайте меры предосторожности. Мойте руки, мойте руки, мойте руки. По воздуху этот вирус не летает, только если только чихнет кто-то на вас. Обязательно мыть руки, мыть руки, мыть руки. Это лучше, чем любой химический препарат. Маски носить. Маски защищают, маски нужно носить тем, кто болен, чтобы если они чихнут, то чтобы не чихнули на других. Для защиты маска довольно слабая вещь. Жена запаслась этими масками впрок. Я надевал маску только 2 раза, когда проходил аэропорт в Амстердаме и аэропорт в Бостоне. Просто толпа была очень большая, окруженная огромной толпой. Просто, а так без маски, без ничего. Все время мыть руки только. И ни в коем случае не трогать лицо. Вот так вот, вот такие сказать, я не знаю, ответил ли на ваш вопрос. Я думаю, что в полной мере ответили, как всегда, примем к сведению, во внимание. И вот, наверное, еще тоже один вопрос по нефти марки Brent. Сейчас, наверное, график отобразился. Да. То есть тут понятно, что больше, наверное, как вы видите эту ситуацию, как это все будет продолжаться, насколько долго вот эти цены на нефть могут сохраняться? Я думаю, значит, я слышал, я не сидел в кабинете, я слышал, что принц Абдулла из Саудовской Аравии звонил Путину, а Путин был занят, не мог подняться, сказал, что не мог. А это самый принц, он потомок пророка Мухаммеда. Пророку Мухаммеду нельзя сказать, что ты занят, подойти к телефону. Значит, саудовцы обвалили цену на нефть. После этого Путин стал им названивать, но принц был занят, чтобы ответить. Обвалили нефть. А сейчас, значит, это невыгодно. То есть это выгодно вот людям вроде меня, которые бензином заправляются. Сейчас заправка дешевая стала. А для экономики это не полезно нигде. Это не полезно саудовцам. Это колоссально не полезно России. И это не полезно Америке, потому что здесь очень большое производство сейчас идет того, чем славится Эстония. Сланцы. Сланцы в Америке обнаружили. И при таких ценах на горючее сланцы становятся очень малорентабельными. И сейчас Трамп вмешался в это дело и говорит: я хочу вас помирить, дорогой принц Абдулла, дорогой Владимир Путин. И давайте наведем порядок в этом деле. Так что обвал, думается мне, плюс к этому, ко всему, замедляется экономика, а нефть – это кровь экономики, спрос тоже понижается. Опустить цену было легко, поднять ее будет труднее. Но я думаю, что опускание цены, в принципе, завершено. Опять-таки, все это произошло очень быстро, и нефть начинает стабилизироваться. И вчера я рассматривал целый ряд нефтяных компаний. Дайте я вам дам несколько тикеров, а вы гляньте на них. Например, напечатайте HAL, Halliburton, одна из крупных американских нефтяных компаний. HAL, Halliburton. Смотрим на недельный график сначала всегда. Недельный график Halliburton. Можно немножко его расширить? Я хочу на прошлое посмотреть. Он сейчас начинается вот так. Да, нет. Ну вот, Halliburton. Значит, индекс... Отлично. Акция упала. На этой неделе она уже поднимается от зоны падения, и импульсная система, вот то, что вы видите в центральной полосе, красная, значит, показывает, что это медвежий тренд.
Если Халибертон не упадет на этой неделе, то есть если он продержится на этой неделе не ниже, чем вот он был, то на следующей неделе импульсная система станет голубой, синий. Значит, из красной в синее. Значит, красный — запрет на покупку. Все, что Халибертон должен сделать, чтобы получить, чтобы дать им разрешение на покупку, это не упасть. Если он не упадет на этой неделе, то на следующей неделе можно его по моей системе покупать. Другая компания, VLO, V as Victor, L as Larry, O as Oscar, VLO. Знаете, покупай дешево, продавай дорого, да? И сейчас как раз это очень дешевая цена. Значит, смотрим VLO. Это опять-таки, это одна из больших американских нефтяных компаний. У левого края видно, как, чего эта компания стоила в 2017 году. При этом падении VLO пробила дно 2017 года, но ей это не понравилось, и она уже возвращается выше этого уровня. То есть получается ложный пролом вниз. Импульсная система, кстати, уже поменялась с красной на синюю. То есть покупка легальна. Смотрим на дневной график. Дневной график был ниже уровня конверта, сейчас он только начинает достигать зоны ценности. Импульсная система зеленая уже. То есть для меня одна из самых интересных отраслей, где покупать акции, это нефтяные компании. Смотрите на них, их много, их несколько сотен в Америке, и выбирайте те, у которых меняет цвет импульсная система. Но выбор очень широкий. Последняя компания, на которую нужно глянуть, компания, с которой у меня просто длинная эмоциональная история. PBR, Petroleos Brasileiros, бразильская нефтяная компания. P as in Peter, B as in Boy, R as in Robert, PBR. Так, вот PBR. Если можно длинную такую историю показать, скажем, лет на 5 назад. Значит, я был на конференции в Бразилии 1000 лет тому назад. PBR тогда стоило, а еще дольше, можно еще чуть-чуть? А нет, это хорошо, вот это хорошо. Да, это нормально. Я был на конференции в Бразилии 1000 лет тому назад, за левым краем. И PBR тогда стоило $70 за акцию. Меня спросили, а вот она хорошая, $70, да? В Бразилии был бум, PBR стоило $70, как раз вот там вот. И конференция, тут несколько людей спрашивают, а какая у вас любимая бразильская компания? Я говорю, вы знаете, мне хватает головных болей у себя в Америке, я не покупаю иностранные компании. Нет, но вот если бы вы были в России, что бы вы сделали? Я говорю, я бы сыграл на понижение PBR. Так вот, как палец к небу торчит. Так вот, пыталась ткнуть пальцем в небо и не попала. Для меня это очень важная фигура разворота. Когда я сказал продавать на повышение PBR, это как будто кто-то, простите за выражение, пописал в церкви. То есть это нельзя такие вещи говорить. Ну, люди обратили внимание, люди притворили, что не заметили, следующие вопросы пошли. А PBR с $70 пошла на 55, потом на 40, потом на 30, потом на 20, ниже не бывает, на 10. Я перестал на нее смотреть уже. И вот где она в самом низу, вот здесь, это был конец 2015 года, я проводил лагерь биржевиков в Макао, и там был какой-то мужик из Литвы. Он вел фармацевтическую компанию, там попросил меня посмотреть на PBR. Я посмотрел на нее, как красиво. Бычья дивергенция, цена низкая, с $70 до 4. Я стал ее покупать. Сейчас, если мы расширим этот график, и я вот его покупаю. Как только происходил какой-то взлет в этой PBR, выше конверта я продавал 2/3 своей позиции. PBR опускается обратно в зону ценности, докупил. К верхней границе конверта опять 2/3 продал. И у меня была мишень на PBR $20.
Но прошлым летом я потерял терпение с этой акцией. Слишком длинно делалась петрушка, и я ее продал всю по 16. Вчера приятель попросил меня посмотреть на нее, я перестал на нее смотреть, и PBR опустилась до 4. Прямо как мы вернулись в 16-й год. Надо опять искать возможность ее купить. Смотрим на недельный график у правого края, и импульсная система все еще красная. И на следующей неделе, если не упадет, станет синий. Смотрим на дневной график PBR. Внизу индекс силы показывает такую приятную небольшую бычью дивергенцию. То есть, причем это серьезная нефтяная компания. Она, ей принадлежит нефть в земле в Бразилии, под водой. Ей принадлежат нефтеперерабатывающие заводы, бензоколонки, все, что хочешь. Это такая же компания, как Total во Франции или Eni в Италии. Серьезная компания. Ну вот попала под каток. И сейчас начинает разворачиваться. То есть для меня самая интересная зона покупок сейчас нефтяные компании. Александр, ну вот чтобы закрыть нам вопрос по нефтяной компании, тут вопрос, наверное, от меня. Что вы думаете по поводу ExxonMobil? Недельный график. Давайте сначала посмотрим. Да, сейчас вот я как раз открываю. Всегда с недельного. ExxonMobil – это самая большая нефтяная компания в мире. Еще сделать крупнее? Нет, нормально, нормально. Что мне не очень нравится в этой компании, то есть, опять-таки, она упала ниже нижнего и сейчас начинает разворачиваться. Что мне не очень нравится, когда я смотрю на донышко MACD-гистограммы, это самое низкое дно за несколько лет. Это показывает колоссальную силу медведей. Я бы искал купить компанию, где донышко, последнее донышко не глубже предыдущего. Что показало бы, что медведи не настолько сильны. То есть, опять-таки, но спорить против покупки даже сейчас я бы не стал, потому что импульсная система уже повернулась с красной на синюю. Угу. Понял вас. Может быть, тогда мы смогли бы обсудить, как вы видите, именно какие сектора сейчас имеет смысл рассматривать в первую очередь, потому что все мы понимаем, что, например, там размеры портфеля, они у многих разные, и у многих там нет возможности полностью диверсифицироваться там по разным секторам. Но вот, то есть мы уже услышали, что, например, нефтяной сектор, да, вас привлекает. А какие еще могли бы порекомендовать? Вы знаете, на данном этапе, опять-таки, вопрос, который вы сейчас задали, будет колоссально актуальным где-то через пару месяцев, через 2 месяца. Когда рынок, когда это ралли сегодняшнее закончится, теперешнее закончится, рынок опустится, и мы будем искать второе, так сказать, главное дно, с которого начнется следующий бычий рынок. В данный момент все, что может идти вверх, идет вверх. То есть рынок был опущен под воду, знаете, как вот пустая бутылка с пробкой, заткнутая пробкой, ее под воду глубоко опустили, а сейчас разжали руку. И она просто летит к поверхности. Поэтому сейчас конкретный выбор какой-то группы гораздо менее важен, чем просто решение. Покупаем рынок. Uh-huh. Например, я сегодня с утра у меня фьючерсы есть и акции, и сегодня с утра просто купил SPY. SPY. Это фонд, который отслеживает движение индекса S&P 500. Uh-huh. Вот так вот. То есть совершенно такой плоский подход. Выбор группы станет... Вы знаете, многие люди, с которыми разговаривал в последние дни, они ищут акции, которые меньше пострадали во время вот этого медвежьего движения. Покупать их. А я как раз считаю наоборот. Акции, которые меньше всего пострадали, это такие защитные акции. А сейчас взлетают, наоборот, наиболее побитые акции. Проще всего купить общий рынок. А уже выбирать конкретно группу, это когда ралли это подойдет к концу, и рынок опять начнет грузиться ниже, опускаться. Вот тут и начнется выбор группы. Угу.
Понял. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Сейчас мы, ну вот как раз можем посмотреть, как раз вот Филипп пишет в чате по поводу Боинга, как раз хотел его предложить, но и также остальных участников хотел попросить, то есть написать те акции, которые для вас, вам, например, кажутся интересными, да, на текущий момент, и которые имеют смысл обсудить. То есть, как всегда, если там несколько акций будет совпадать, то мы их, то есть я их открою, Александр также по ним тогда расскажет свое мнение. Сейчас, ну, давайте перед Боингом, наверное, еще один вопрос задам. Как вы считаете, то есть какие-то есть на текущий момент активы убежища? Потому что, ну, например, там раньше, то есть, ну, классически это является золото, да, но сейчас мы видим то, что оно не столь интересно. Может быть, какие-то есть альтернативы, и, возможно, что-то приковало ваш взгляд в последнее время? Золото, конечно, поднимается очень сильно сейчас. Кроме того, во время вот этого скоростного медвежьего рынка очень упали облигации, бонды. И там возможность их прикупить. А так вот какая... Во время самого падения акции некоторых фармацевтических компаний, акции компаний, которые... делают всякие растворы для уборки. Это были такие самые прочные компании. И кризис все еще продолжается. То есть эти компании как были востребованы, так и останутся востребованными. Они меньшую роль играют вот в этом колоссальном взлете, который происходит сейчас, просто потому что взлет компенсирует падение, которое произошло в других акциях. Но более спокойные акции, это, посмотрите, самые сильные фармацевтические компании и компании по производству всяких чистящих элементов, которые, кстати, колоссальная нехватка всяких растворов для мытья рук, для мытья поверхностей, по крайней мере, в Штатах, все распродано, полки пустые совершенно. Сейчас это происходит по всему миру, и уже, ну, в некоторых странах, то есть в десятки увеличивается стоимость на антисептики, дезинфекторы, и это, конечно, ужасно. Жена сегодня мне показала, у нее-то запасы есть, она такая очень такая предусмотрительная дама, но она показала, приходят имейлы из Китая, предлагают продать маски по нескольку долларов за штуку. То есть там, 10 масок за $20. Типа, она, сказать, только плюется от всего вот этого. Причем, ну ладно, я молчу про Китай. У нас не политическая беседа. Хорошо. Вот я как раз открыл акцию Боинга, которую мы смотрели на прошлом вебинаре. Больно смотреть. На Боинге я погорел, потому что я стал закупать Боинг по $300 с чем-то, и потом, значит, когда только-только начинался этот медвежий рынок, я докупил последнюю порцию по 2,99. Ну, думаю, да, дешево взял. И потом еще где-то на $20-30 ниже я ударил по стопам. Сейчас у меня Боинга нет ни одной акции. Боинг упал ниже $100. Абсолютная паника. Сейчас развернулся, взлетает. Несколько моментов. Меня спрашивали вчера, почему Боинг так поднимается. Два момента. Во-первых, они начинают опять восстанавливают выпуск вот этого самолета МАКС какой-то там, где были эти две авиакатастрофы. То есть они прошли все испытания. Этот самолет сейчас идет обратно в производство. Это одно. А второе, правительство США заявило, что окажет помощь ключевым компаниям, авиационным компаниям и, в частности, компании Boeing. Но в обмен они хотят получить какие-то пакеты акций в этих компаниях. И Boeing в ответ на это, сказать, щедрое предложение сказал, что да, мы хотели бы получить помощь, но пакет акций мы никому не даем. Поэтому, если такое условие, то у нас есть много возможностей найти деньги в других местах. И тут я все понял, что это сильная компания, кредитоспособная. Если не отказываются от бесплатных денег, чтобы удержать, сказать, свои акции, это показывает, что они не боятся.
и на этом еще вчера сильно акция рванула вверх. Я не купил ее обратно. Я ожидаю сейчас этот взлет следующего спада, и вот на следующем спаде Boeing это будет одна из компаний, на которую я буду очень внимательно смотреть. Понял вас. Также от Филиппа Лелгринс Boots Alliance. Это, ну, это аптечная фирма. Да, да. Выглядит очень неплохо, особенно на недельном графике ничего, а на почему-то гистограмме. Кстати, нет MACD гистограммы на недельном графике. Немножко подгружается. Окей. На дневном графике выглядит очень хорошо, то есть двойное дно, бычья дивергенция MACD выглядит очень достойно. И еще одна компания, которую тоже сейчас написали, Westrock. Не помню, это финансовая, по-моему, я могу... Мне кажется, что они занимаются упаковкой. А, окей, да. Вы знаете, я всегда смотрю на дивергенцию, я всегда сравниваю одно дно с другим дном, и насколько они сходные или разные. То есть, когда эта компания стала падать в сентябре прошлого года, то мы видим глубину индекса силы. А сейчас компания упала до новых низов, и индекс силы более плоский. Но, с другой стороны, MACD такой глубже, чем была раньше. Акция выглядит нормально с той точки зрения, что на недельном графике индекс, импульсная система уже стала синей, а не красный. То есть покупка, как сказать, легальна. Но это не то, что хватает за лицо. Да, еще одна легальная покупка. Угу, понял вас. Сразу же вот отвечу на вопрос. Пишут по поводу Tesla. Ну, вы как раз разбирали ее на прошлом вебинаре. То есть либо можно посмотреть предыдущий, или если у вас есть пару слов. Вы знаете, я на Tesla не смотрел уже пару недель. С Теслой у меня просто печальная ситуация связана. Я управляю только своими деньгами. Я не беру деньги в управление. Но у меня есть очень близкий друг. Его жена управляла деньгами. Он очень хорошо зарабатывает, а управляла деньгами жена. Жена умерла. Была моя ученица. И года два тому назад его замечательный сынок, значит, фонд его опустил с 2 миллионов до 800 тысяч, и он попросил меня, чтобы, значит, я взял фонд в управление. Я управлял его пенсионным фондом. Я ему сказал, я тебе не обещаю никаких фейерверков, я буду очень консервативен, но я могу тебе пообещать только две вещи. А, что не будет краха. То есть я не уничтожу твой счет, как, так сказать, как замечательный сынок. И Б, что все, что я куплю тебе, я тоже куплю себе по той же цене, в том же размере. Ну, это и мне легче, просто сказать, такие параллельные. Он мне дал, значит, доступ к счету, и я стал его счетом управлять. И где-то за 2 года я поднял его счет от 850 до 1,2 миллиона. Плюс он еще где-то 1100 добавил. То есть я ему где-то сделал $250,000 за 2 года. Бесплатно, лучший друг, да? Он меня уволил меня в феврале, потому что он взял, причем мужик без опыта совершенно, он стал, значит, сам покупать, он где-то начитался, он стал Теслу покупать. И он сделал за полтора месяца, за месяц, больше, чем я заработал ему за 2 года. Он сделал 250 000 на Тесле. После этого он собрал побольше денег, увеличил счет до 2 миллиона, и все вложил в Теслу. Вот так вот. Последний раз, когда я посмотрел на его счет, он был более $1 миллиона в потере. И я просто взял и выбросил пароль. Мне больно смотреть на его счет. Я на Теслу не смотрю. Но сейчас я вижу, как вы его показываете. Ну что, был фейерверк, Тесла взлетела, Тесла, конечно, упала практически обратно. Ожидать следующего фейерверка не приходится. Так ракета выгорела уже. Да, может быть, через год, через два, через три опять чего-то произойдет. Но очень не похоже, что Тесла вернется к предыдущим верхам.
Посмотрите даже на индекс, на MACD гистограмму на дневном графике. Насколько массивный график ниже нуля? Никакой дивергенции. Посмотрите на индекс силы еще ниже. Никакой дивергенции. То есть сейчас происходит то, что по-английски называется прыжок дохлой кошки. Кошку выбрасывают из окна, она разбивается и отскакивает от тротуара. Не потому, что она прыгает, а просто как мячик. Уже мертвая кошка. Это прыжок дохлой кошки сейчас. Печально. Я с тем другом как раз вчера разговаривал. Он меня не спрашивает про акцию, я его не спрашиваю про акцию. Говорим о чем угодно, только не об этом. И я не смотрю на его счет больше, потому что у меня был доступ к его счету. Я так иногда подглядывал. Ну как там? Но сейчас, когда он в такой колоссальный падение. Жалко мужика, потому что заработать $1 миллион, он должен не один год работать. Тесла. Хорошо, тогда можем перейти вот к тем вопросам, которые я вам отправлял. Также для всех участников скажу, что запись будет добавлена, и ваши вопросы к следующему вебинару, который будет в апреле, вы оставляете под видео на YouTube-канале. И мы их все соберем вместе, я их уже передам также Александру. Я смотрю, вопрос Алексей написал. В данном вебинаре был продемонстрирован скриншот Александра с линиями новых высот, новых низов. И это индикатор NHNL. Да, это этот индикатор. Как вы используете его в своей торговой системе? Это не индекс силы, это именно сигнал новых высот, новых низов. Как я его использую? Если недельный график новых высот, новых низов опускается ниже 4000, поднимается выше этого уровня, это очень большой сигнал на покупку, это сигнал нового бычьего рынка. Кроме того, у меня там еще есть всякие, я его использую в месячном диапазоне, то есть в дневной график, глядя обратно на месяц. Вы знаете, я написал со своим партнером в Spike Trade электронную книгу «Индекс высот, индекс низов». Вы можете ее найти на Амазоне за $10 она стоит. В двух словах не рассказать. Но это колосс... Для меня это самый любимый ведущий индикатор. Самый любимый ведущий индикатор рынка. Другой вопрос. Оценка сделки на плюс 2 ETR проводится в день открытия или в день закрытия? В день открытия. День открытия – это день решения. Купить или продать. Поэтому оценивать свою сделку нужно на основании параметров дня входа. И третий вопрос. В вебинаре Александр сказал, что учитывает earnings day, то есть, когда сообщается о заработках компании. Учитываете ли вы дивиденды? Earnings date, доходы компании 100%, дивиденды 50%. 60, может быть, и я этим не горжусь. Я должен более внимательно смотреть на дивиденды. Попадался пару раз, когда компания, особенно когда играешь на понижение, и компания объявляет дивиденды, вдруг оказывается, ты должен выплатить этот дивиденд. Не получить, а выплатить его. Так что это важно отслеживать, я очень советую это делать. Сам я еще подтягиваюсь по этой части. И вопросы от Гани. Один. Какие параметры в NHNL? Опять-таки, смотрите электронную книгу. Я отслеживаю их по пяти разным по четырем разным параметрам. Каждый из этих параметров дает свои сигналы. Второй вопрос. Как вы ставите оценку сделки с помощью ATR? Недельных или дневных? Дневных. На недельных графиках я принимаю стратегическое решение. На дневных графиках я принимаю тактические решения, где войти в сделку, а где выйти из нее. И поэтому я оцениваю качество сделки на дневном графике. Недельное для стратегии, дневное для тактики. Почему вы решили инвестировать в Boeing? Какие индикаторы и таймфрейм используете? На месячном графике импульсная система была красной. Я не помню, какая она была на месячном графике, на недельной-то она точно была не красной. Затем предлагаю провести отдельный вебинар по выполнению вами домашней работы. С удовольствием.
Я не люблю делать домашнюю работу. Я не люблю вести дневник, но я делаю домашнюю работу, и я веду дневник. И вот это делает меня успешным трейдером. Потому что когда выполняешь домашнюю работу, это создает уровень дисциплины, которого невозможно создать никаким другим путем. И последний вопрос. Работает ли свечной анализ и уровни Фибоначчи? Свечной анализ точно. То есть я пользуюсь график обычными барами по той простой причине, что я научился анализировать рынки до того, как появились свечи. Но свечной анализ, то есть совершенно логичный способ смотреть на акции. Уровни Фибоначчи, я считаю, это из зоны предрассудков. Это из зоны предрассудков, и это потенциально очень опасно, потому что человек, который использует уровни Фибоначчи, считает, что, значит, у него есть какая-то секретная информация, на каком уровне движение остановится. И вместо того, чтобы отслеживать рынок и следить за поведением рынка, трейдер начинает смотреть за какими-то надуманными уровнями. Вся формула Фибоначчи была создана для того, чтобы рассчитывать плодовитость кроликов. Вот это, сказать, где она употребляется, да? А применять ее к рынкам, это создает иллюзию более глубокого понимания, чем на самом деле. Вот так я ответил на все вопросы. Правда, очень вкратце на вопрос насчет New High, New Low, потому что невозможно пересказать книжку, даже маленькую книжку за 2 минуты. Спасибо большое, Александр. Вот здесь еще как раз в чате появилось несколько вопросов. На один вопрос отвечу по поводу индекса РТС. К сожалению, мы вот не предоставляем в Адмирал-Маркетс с торговлей индексом РТС, поэтому пока российский рынок рассматривать не можем, поэтому пока мы его пропустим, этот вопрос. И вот дальше вопрос. Александр, подскажите, пожалуйста, если вы попадаете в череду убытков, снижаете ли вы объем своих трейдов? И если да, то сколько вам нужно потерять, чтобы начать это снижение? Первая часть вопроса. Вы знаете, убытки – это нормальная часть игры. Если вы читали мою книгу, если я потерял бы 6% от своего счета, я прекращаю биржевую игру до конца этого месяца. Вот так вот. То есть я ставлю защитный стоп не только на акцию, но и на самого себя. Какова максимальная потеря, которую я могу потерять? Если трейдер попадает в целую череду потерь, то я разработал метод, с помощью которого годы назад я очень улучшил свою собственную дисциплину. Это метод, который я очень рекомендую трейдерам, которые психологически были побиты рынками и хотят вернуться в них. Дело в том, что когда вы играете на рынках, то почти всегда у большинства людей нервы. Если вы побиты рынком, то у вас еще кроме нервов страх. То есть открываете сделку, а потом начинается страх. А вдруг не пойдет. Меняете планы, выходите из сделки. Знакомая ситуация, я думаю, для многих из нас, конечно, в прошлом я сам с ним был хорошо знаком, к сожалению. Как я решил эту проблему? Я ее называю системой наручников. Я понизил свои сделки до смешного размера, то есть не до маленького, а до смешного размера. И сказал, я буду рисковать на каждой сделке смешным вот этим вот объемом, пока я не наберу на 10 больше успешных сделок, чем проигрышных. И буду в выигрыше вообще, сказать, в целом. То есть, допустим, я не знаю вашего счета и вашей толерантности к риску. Допустим, у вас стандартная сделка, вы рискуете $1000. Вместо 1000 вы теперь поставьте себя, будете рисковать $50. Если вы потеряете 50, это вас расстроит? Скорее всего, нет. Значит, вы ставите на каждую сделку в крошечном размере риск ограничен $50. И на этом уровне невозможно заработать ничего по-настоящему. Поэтому вы хотите увеличить размер своей сделки. Для того, чтобы увеличить ее, вам нужно достичь результата
вы должны, что вы приведете на 10 выигрышных сделок больше, чем проигрышных. То есть, допустим, вы сделали 15 сделок, из них 5 проигрышных, 10 выигрышных, и общая прибыль получается. После этого вы имеете право увеличить свой размер риска на 50%. То есть уже вы рискуете не $50, а 75. То же самое. Значит, сейчас нужно провести 10 сделок, на 10 сделок больше выигрышных, чем проигрышных. И тогда можно будет повысить свой риск еще на 50%. То есть с $75 идете, скажем, на $10 или $110 или $115. И так далее, и так далее. Постепенно по 50% за раз. За один раз увеличиваете объем своего риска, но заслужить этого можно только успешными сделками. Когда я шел через этот процесс, я совершенно разучился даже смотреть на деньги. Я только знал, что, играя по этим маленьким ставкам, я ничего не могу заработать. Поэтому я только хотел добиться одного – выигрышную сделку, еще одну выигрышную сделку, еще одну выигрышную сделку, только чтобы вернуться к своему старому размеру. Вот так вот жесткое ограничение размера риска поможет вам разработать уровень дисциплины. Спасибо большое, Александр. И в продолжении вторая часть, также вот от данного участника вебинара, вопрос, почему вы продаете 2/3 объема, а не всю? Ну, то есть вот просто... Во-первых, я это делаю только в долгосрочных позициях. То есть у меня очень мало долгосрочных позиций, которые я собираюсь держать год, может быть, да? И я хочу немножко всегда держать, чтобы они были... Потому что если я продам все, я собираюсь держать эту позицию год или дольше, я хочу все время держать какие-то акции. Чтобы остаться в браке с этой акцией, можно сказать. Понял. Хорошо. Так, ну, в принципе, ну вот, наверное, еще один последний вопрос. Почему при пробое уровня происходит ретест этого уровня? Ну, на ваш взгляд. Не каждый раз происходит ретест. Я не совсем понимаю, о каком ретесте идет речь. Ну, то есть, насколько я понимаю, то есть, если цена пробила, там, например, уровень 1, ну, там, был 10, да, цена ушла на 15, и потом она обратно к 10 возвращается. Она возвращается к 10 и тормозит там. Почему? Потому что люди, которые не продали вовремя, они говорят себе, погоди, в следующий раз я эту десятку не пропущу. Я вовремя не продал свои акции, я сидел через всю эту боль, как только эта акция вернется к моей точке входа, я ее продаю. А профессионалы знают, что толпа вот работает по такому тренду. И если они закупились внизу дешево, то когда акция подходит, возвращается к предыдущей цене, они знают, что там люди, которые разочарованы своей неспособностью продать вовремя, будут продавать, они продают тоже, чтобы... То есть там уже и новички продают, и зубры. Угу. Вот так я понимаю эту динамику. То есть зоны сопротивления и поддержки – это зоны памяти. Они действуют, потому что у людей есть память. Понял вас. Спасибо большое, Александр. Тогда, наверное, будем заканчивать. Вот сейчас уже 7:15 в Таллине, уже 1:15 у вас. Ну, может быть, какое-то напутственное слово нашим участникам, которое вы можете дать, да, на ближайший месяц, да, до следующей нашей встречи? Не паникуйте. Пользуйтесь акцией, пользуйтесь бычьим трендом, который начался на этой неделе. Этот тренд продлится еще какое-то время. Я думаю, что это займет несколько недель, 3, может быть, 4. Но и не... Понимаете, что сейчас происходит у многих людей? А настоящий ли это взлет? Я подожду и посмотрю. Ну, через 2 недели он, конечно, будет выглядеть гораздо лучше. Но вот тут я начну и покупать. А вот это уже будет ближе к концу.
То есть лучше быть рано, чем поздно. Взлет начался, кстати, в ночь с понедельника на вторник. Даже то есть сейчас имеет смысл участвовать в этом взлете, в этом ралли. Но опять-таки не влюбляться в этот взлет и не жениться, сказать, на нем, а быть готовым через 3-4 недели слинять и ждать следующей стадии медвежьего рынка. Конец следующей стадии вполне возможно станет началом большого нового бычьего рынка. Вот такой, мне сказать, сценарий. Он может измениться, я могу оказаться неправ, как я оказался неправ с Боингом. Но полезно иметь какое-то представление о том, чего вы ожидаете от рынка на основании его предыдущего поведения, и быть готовым к этому, и действовать по этому. Спасибо большое, Александр. Спасибо, уважаемые участники. К сожалению, мы не на все вопросы успели ответить, да, уже написали в чате. Но также всех призываю к следующему вебинару оставлять вопросы под видео. Возможно, мы найдем возможность отвечать как раз в комментариях к этому видео или возьмем уже на следующий вебинар, который у нас пройдет в апреле. Все, кто регистрировался на этот вебинар, вам автоматически придет напоминание, поэтому вам дополнительно регистрироваться не нужно. Тогда будем со всеми прощаться. Александр, спасибо вам большое. Также всем участникам желаю, чтобы все было в вашем городе, в вашей семье, все было в порядке, и те ситуации, которые сейчас, она всех миновала, и, собственно, все разрешилось максимально комфортно и максимально хорошо. Поэтому будем прощаться на месяц. Тогда всем большое спасибо и до свидания. Спасибо и до свидания.